Всем привет! Я Марина Курвиц, блогер, тренер и основатель студии педагогического дизайна Курвиц Студио. Сегодня, 5 октября, в День Учителя, запускается образовательный флешмоб «Глобальный переворот». Цель флешмоба – повлиять на то, на что не оказала влияние ни реформа образования, ни новая учебная программа. Изменить то, что остается неизменным уже несколько десятков лет. Учебную ситуацию в классе, а точнее говоря, урок. Дорогой коллега, учитель, педагог, ваша роль является ключевой в учебном процессе, но она уже не центральная. Ваша роль в информационный век важна как никогда, но она изменилась. Вы тот, кто конструирует учебную ситуацию, а не ведет урок по учебнику. Вы тот, кто поддерживает самостоятельность учащихся, а не контролирует их действия. Вы не передаете информацию, вы помогаете посредством этой информации достичь определенного учебного результата. В День Учителя мое пожелание для вас не в словах, а в действиях. Давайте перевернем себя, класс и обучение в целом. Жмите на эту ссылку и подключайтесь к образовательному флешмобу.